Добрый вечер. В ночь на вторник в Латвии будет переменная облачность. К утру она усилится, и начиная с южных городов, по всей стране начнутся затяжные дожди. Во второй половине дня также ожидаются грозы. Температура воздуха этой ночи составит от плюс 11 до плюс 15. Днем потеплеет лишь до плюс 17 градусов. Западный и юго-западный ветер завтра будет слабым. В Риге в ночь на 4 июля ждем 11-13 градусов тепла. Будет безоблачно. Ближе к полудню в столице начнутся дождь, который продолжится до самого вечера. Днем потеплеет до плюс 16 градусов. Мюнхенский тип погоды второй благоприятный. На этом погоде все. Приятного вечера. До свидания.